Знаете, сейчас смотрю вот так вот, и со стороны это вижу, понимаю, что у меня действительно был такой план. Я этому придавала очень большое значение. Я действительно считаю, что выбрать человека, спутника жизни, это самое большое, самое важное решение в жизни. Я всегда так думала. Потому что работу можно поменять, друзей тоже можно найти, других это не так сложно. Бизнес можно начать новый, а вот сойтись и разойтись с человеком, которого ты называешь своей второй половиной, ведь этот человек, он может как дать очень много, так и очень много может отнять. Как будто это вот одно из самых важных решений в жизни, мне всегда так казалось.